Всем привет! Сегодня с вами снова Марина Петрушенко, и мы приготовим пирог с вишней на кефире. Для приготовления нам потребуется 3 крупных яйца, 300 грамм муки, 180 грамм сахара, 200 миллилитров кефира, у меня 2,5% жирности, 10 грамм разрыхлителя теста, 4 столовые ложки подсолнечного масла и 120 грамм вишни. Вишня должна быть без косточек. К яйцам добавляем сахар, перемешиваем обычным венчиком, добавляем кефир. Кефир должен быть комнатной температуры. Еще раз перемешиваем. Осталось добавить масло, 4 ложки. Аккуратно перемешиваем, постепенно добавляем муку. Пока муку всю не размешали, добавим разрыхлитель. Выливаем тесто в смазанную маслом чашу мультиварки. В хаотичном порядке выкладываем ягоды. Ягоды у меня предварительно не размораживались, я их достала перед началом приготовления. Закрываем крышку мультиварки. Готовить буду в мультиварке Red Solution 88 на режиме выпечка 1 час 15 минут, так как тесто на кефире достаточно влажное, а еще мы добавили ягоды. Время истекло. С помощью зубочистки проверяем, как пропекся пирог. Зубочистка сухая, немного ягод красных. Можно доставать. Достаем пирог с помощью корзины пароварки. Просто переворачиваем на нее. Даем пирогу остыть в таком или перевернутом виде. Оставляем минут на 15-20 хотя бы, после чего можно украсить и подавать на стол. Сверху пирог украшаю смесью сгущенного молока и какао. Смешала по 1 столовой ложке того и другого. Давайте разрежем, посмотрим пирог в разрезе. Вот такой пирог в итоге получается. Сочный, с начинкой, очень вкусный. Огромное всем спасибо за лайки и комментарии. Подписывайтесь на канал, нажимайте колокольчик, чтобы первыми получать уведомления о новых рецептах. Всем приятного чаепития и до новых встреч!